Приветствую всех на своем канале. Сегодня я хочу предложить вам вариант приготовления винегрета. Приготовим морской винегрет. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, ставьте лайки и пишите любые комментарии под видео. Это помогает каналу развиваться. Для приготовления нам понадобится филе малосольной сельди, вареные свекла, морковь, картофель, соленые огурцы, оливковое масло и соль по вкусу. Приготовление простое. Соленые огурцы и филе малосольной сельди нарезаем кубиками. Овощи очищаем и все нарезаем также мелкими кубиками. В миску выкладываем свеклу. Поливаем ее небольшим количеством оливкового масла и перемешиваем. Затем добавляем к свекле остальные ингредиенты: морковь, огурцы, картошку, селедку. Перемешиваем. Заправляем оливковым маслом и солим по вкусу. Можно к этому винегрету сделать пикантную заправку. Мелко порубить очищенный от кожи маринованный или соленый помидор, смешать с растительным маслом и с одной чайной ложкой сахара. Подаем морской винегрет в салатники или выкладываем порционно. Если вам понравился этот видеорецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте, высказывайте свое мнение, советуйте и задавайте вопросы. Это очень важно для меня и для продвижения канала. Приятного вам аппетита!